Боевая готовность. Губернатор области распорядился усилить меры безопасности в связи с терактами в Волгограде. Погода против машин. Снегопад стал причиной аварии. Разбиты 3 автомобиля. На сцене будущие режиссеры. В хороводе депутат Госдумы. В детском доме Мариинска устроили новогоднюю елку. Кемерово посетил главный кошатник страны. Юрий Куклачев не только показывал номера с животными, но и продавал книжки. Добрый вечер. В эфире телеканала «Мой город» новости. В студии Оксана Фолина и Иван Сельтевский. Здравствуйте. Главы территории области, а также вокзалов, транспортных и других предприятий не пойдут в отпуска. Сегодня губернатор области Аман Тулеев распорядился усилить контроль безопасности в местах массового скопления людей. В связи с терактами, которые произошли в Волгограде, глава региона провел внеочередное заседание областной антитеррористической комиссии. Напомню, в воскресенье прогремел взрыв на Волгоградском вокзале, и сегодня был взорван городской троллейбус. Аман Тулеев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Решено, что в Кузбассе сотрудники полиции должны работать в усиленном режиме, выделить дополнительные патрули для охраны вокзалов, транспорта и других мест массового пребывания людей. Первое. Отменяем отпуска всем руководителям предприятий, главам городов и районов и назначаем дополнительных ответственных дежурных, чтобы они на местах в новогоднюю ночь, в Рождество Христово рулили в полном смысле этого слова. На всех жизненно важных объектах промышленных предприятий усилить охрану промышленных предприятий дополнительно, особенно объекты ЖКХ, особенно объекты энергетики. Каждый автобус, каждое маршрутное такси должно получить разнарядку на усиление безопасности движения. Кстати, отреставрированный в этом году Новокузнецкий вокзал, к сожалению, не соответствует всем требованиям безопасности. Об этом сообщил начальник Новокузнецкой транспортной полиции. Пока есть проблемы с системой видеонаблюдения. Возле Кемерово в эти выходные из-за погоды оказались разбиты 30 машин. Как пишет портал Сибдепо, на 13-м километре новой трассы Кемерово-Ленинск-Кузнецкий с промежутком в несколько минут произошло 5 ДТП. Предварительная причина – снегопад. Погибших нет. За медпомощью обратились 5 участников ДТП, но понадобилась она двоим из них. Подробности на сайте Сибдепо. Если вы стали свидетелем ДТП или вам удалось заснять это на видео, сообщите об этом корреспондентам телеканала «Мой город». В нашей редакции работает горячая линия, телефон 8 933 300 0300. Холодное лето, 100-метровые рельсы и рекорды на склонах Шерегеша. Уходящий год каждую неделю приносил нашему эксперту Дмитрию Сагаре новую пищу для размышлений. Сегодня Дмитрий Степанович подводит свои собственные итоги года змеи. Завершая еще один, уже 2013 год от Рождества Христова, принято подводить итоги. В минувшем году было изрядно людей и событий, которые нас удивили и порадовали. В этом году жители крупнейших городов Кузбасса выбрали себе новых мэров и при этом удивили единодушным голосованием. В январе кемеровчане отдали за Валерия Ермакова 91% голосов, а в сентябре новокузнечане подарили Сергею Кузнецову 87%. В этом году впервые в России металлурги Новокузнецка начали выпускать 100-метровые рельсы. Правда, ни одной рельсы не удалось отправить в целом виде. Металлургам приходится их резать на 4 куска и в таком виде везти. Поезда просто не приспособлены перевозить такую продукцию. В этом году удивили горняки. Впервые в истории России бригада Владимира Березовского добыла за один месяц из одного забоя 1 000 000 тонн угля. Как целая шахта. Горняки были, есть и будут оставаться гордостью Кузбасса. Второй год на мировом рынке продолжается падение цен на уголь. Сегодня горнякам приходится добывать уголь себестоимостью не более 900 рублей. Поэтому закрываются устаревшие шахты. Но в целом Кузбасс продолжает держать те же объемы угля, около 200 миллионов тонн. И продолжает удерживать свои позиции на мировом рынке, невзирая на конкурентов. Сильно удивила в этом году природа. Отопительный сезон впервые в истории продолжался до 28 мая, а 2 июня в Кемерово шел снег. В этом году летом кузбассовцам досталось совсем мало солнца и сильно много дождей.
Кроме того, холодное лето 2013 года принесло страшное землетрясение. Получили повреждения сотни зданий. В целом ущерб Кузбасса составил 2 миллиарда рублей. В этом году получило массовый размах движение за прижизненное переименование улиц. В Кемерово присвоили имя Михаила Найдова еще не построенному проспекту. В Ленинске-Кузнецком переименовали площадь имени Валентина Мазикина. В Белово начали строить стадион имени братьев Рыбаковых. А Николай Крюков, директор завода имени Николая Крюкова, стал героем Кузбасса. Впервые в нашей стране в этом году разрешили автомобилям ехать со скоростью 130 км в час. И первыми в России с такой скоростью могли поехать кузбассовцы. Наш автобан протяженностью 45 км – единственный в стране, который не является участком федеральной трассы, а всего лишь навсего областная дорога. Впервые кузбасские девчата ворвались на первые страницы книги рекордов Гиннесса. В апреле более 500 девчат в купальничках участвовали в горнолыжном спуске в Шерегеше. Кузбассовцы вообще стали выбирать здоровый образ жизни. Раньше они выпивали 18 литров чистого спирта в год, а теперь только 14. Ну и, конечно, продолжают приятно удивлять власти Кузбасса. Невзирая на экономический кризис, который изрядно потрепал наш бюджет, только по налогу на прибыль Кузбасс недополучит 9 миллиардов рублей. И несмотря на все это, Кузбасс продолжает увеличивать пособия по социальным программам, увеличивает пособия на стариков, женщин и детей. Все говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Героин, синтетика и 25 человек без прописки. Таковы итоги рейда наркоконтроля. Незаконных иммигрантов и наркоманов искали среди иностранцев в Кузбассе. Выходцев из Средней Азии ловили по всей области, по рынкам, вокзалам и торговым точкам. Сотрудники наркоконтроля, миграционной службы и МВД провели крупномасштабный рейд по городам области. Так называемые компактные места проживания иммигрантов всегда вызывают интерес оперативников. Многие иностранные рабочие живут там без прописки и с многочисленными нарушениями. Всего в ходе проведения рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечено 25 граждан иностранных государств, из них 11 человек на территории города Кемерово. В ходе оперативно-рейдовых мероприятий изъяты наркотическое средство героин, а также наркотическое средство синтетического происхождения. О том, где в Кузбассе находится город ангелов, во второй части выпуска. Оставайтесь с нами. Ангелы живут не на небесах. В Новокузнецке открылась благотворительная выставка «Ангел надежды». Нижегородских болельщиков оставили без подарка. Хоккейный Кузбасс в последнем матче года сыграл со «Стартом». Новогоднюю сказку не нужно искать, она сама приходит в гости к тем, кто мечтает о чудесах. Ребята из детского дома номер 2 в Мариинском районе отпраздновали новогоднюю елку по высшему разряду. Смотрели спектакль в исполнении настоящих мастеров сцены, водили хоровод с депутатом Госдумы и принимали замечательные подарки. О том, как приятно дарить радость детям, в сюжете Аркадия Кимеева. «Все свое ношу с собой» студенты Университета культуры и искусств твердо усвоили латинскую поговорку. Спектакль «Морозко» они готовили специально для выступлений в детских домах и реабилитационных центрах. Все от грима до декораций будущие режиссеры привозят с собой. Причем декорации эксклюзивные, сделанные только для этой постановки. «С подручных материалов, все, что есть, ткани, дерево, все, что у нас находится в аудитории, все собственными ручками сколочено, сшито». 15 минут, и маленький зал детского дома превратился в настоящую сцену. «Морозко» в студенческом исполнении – это подборка лучших моментов из народной сказки и советского фильма. Насколько удачным получился микс, можно судить по глазам детей. Вроде бы и знают историю наизусть, но все равно искренне переживают за Настеньку, радуются, что все кончилось хорошо, и по такому случаю водят хоровод вместе с гостем, депутатом Госдумы Павлом Федяевым. «Мы по многим территориям ездим, посещаем детские дома. Если удается, устраиваем ребятишкам праздники, дарим подарки. А сегодня так получилось, что это все практически совпало с Новым годом. Поэтому и сказка сегодня была новогодняя, «Морозко», и Дед Мороз сразу ребятишек поздравил».
Фильм «Сказку Морозко» от режиссера Александра Роу видели далеко не все ребята в детском доме номер 2. Но теперь у них будет возможность наверстать упущенное. Новогодний подарок от депутата – огромный плазменный телевизор и спутниковая антенна. Праздники Морозко покажут многие телеканалы. А значит, историю Иванушки и Настеньки можно будет посмотреть еще не раз. Аркадий Кимеев, Алексей Зайцев, новости моего города.